Сапраўдны падарунак да дня ведаў. На базе аздараўленчага лагера Чонкаўскі бор цяпер працуе пачатковая школа. Падзея доўгачаканая як і для дзяцей, так і для бацькоў і педагогаў, якія разам займаліся падрыхтоўкай установы да новага навучальнага года. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Каля корпуса аздараўленчага лагера Чонкаўскі бор святочная мітусня. Кветкі, музыка, дзіцячы смех, шчаслівыя мамы і таты. Для першакласнікаў дзень па-сапраўднаму асаблівы, для іх бацькоў таксама. З'яўленне ў лагеры базавай школы – гэта як мінімум зручна для ўсіх, хто жыве побач. Эмоцыям нет предела. Садзік нам уже надаел, мы уже давно хацелі в школу. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Мы очень рады, что открыли у нас новую школу. Радостно очень, что здесь будут в таком красивом месте учиться наши дети. Вот, я выросла сама в этих местах, это и я здесь играла, гуляла и видела, как строился этот корпус. Вот, мне очень приятно. Корпус падрыхтаваны да навучання літаральна за некалькі месяцаў. Дарэчы, актыўны ўдзел у работах прымалі бацькі школьнікаў. Яшчэ адна асаблівасць будынка – разнапланавасць. На працягу навучальнага года яго плануюць выкарыстоўваць для заняткаў, а летам тут будуць адпачываць дзеці. Базавая школа ў лагеры сапраўды вырашае мноства пытанняў. Это недостаток мест в школе. Это отсутствие возможности занятий только в первую смену. И также мы предоставим возможность продленного дня для всех желающих. Гости линейки отзначили умовы, у яких будут учиться дети. Это чарговая рызыночка новой установы. Тут на чистом поветры сярод дрэў можно быть спокойным за здоровье школьников. 2020 год подарил сферы адукации района немало становчих змен. Але галоўнае яшчэ наперадзе. Сегодня мы открываем вот эту начальную базовую школу. Дальше мы будем развивать этот... Назовем институт образования Гомельского района, который объединит сегодня дошкольное учреждение, которое будет наполнено спортивной базой. Сегодня в Гомельском районе больше як 700 детей пошли у первый класс школы. Додатковые классы организовали у поселках Чонки, Большевик и Вёсцы Романовичи. Миколай Скинтьян, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».